В сотни владельцев квартир в недостроях в нескольких местах перекрыли дорогу и не пускали ни частный, ни общественный транспорт. Люди не могут въехать, у некоторых дети, у некоторых семьи нужно жилье, а жилье это не, я, допустим, не могу получить с 2006 года. Мы сами нашли себе застройщика, и за минимальные льготы от города мы просили, чтобы нас достроили. Но мы получили от управления капитального строительства ответ, что, к сожалению, они не могут вмешиваться в законную деятельность Альянсжилстрой. Какая может быть законная деятельность, если возбуждено два уголовных дела? В результате в центре образовались заторы и пробки. И тогда уже не только водители, но и пассажиры начали ссориться с протестующими инвесторами. Две секунды пропустите, ребята. Да ну их хитрёные балабушки, мне надо вон ехать с грузом, а они дурью маются. Вот что я скажу. Еще в городе перекрывать дороги, что им тут не хватает? Вскоре к месту проведения акции протеста приехали представители областной и городской власти. Они заявили, проблема недостроев настолько велика и обширна, что вот так сразу ее, увы, не решить. Сейчас по данному вопросу работает спецкомиссия. Кроме того, чиновники пообещали принять к сведению предложения инвесторов, а также обратиться к законотворцам с тем, чтобы народные избранники помогли уже с высокой трибуны Верховной Рады. Каждому дому надо находить свой отдельный подход. Разная ситуация. Чтобы он инициировал все-таки вопрос изменения в законодательной базе порядка финансирования. Чтобы не появлялись новые такие же проблемы. Руслан Смещук, Александр Полуев, телекомпания АТВ.